Людмила Ложева украшает городскую набережную как собственный сад. Даже цветы с дачи принесла для высадки. Хочет, чтобы в месте отдыха земляков было красиво и яркие краски радовали глаз. Мы второй год привозим. Я и нарциссы привозила, и сирень привозила, и яблоню привозила, и еще. Короче, и Анюткины глазки привозила, все привозила, но ничего нету. Нынче повторно все привезли и высадили вот. И поливаем. Не жалко? Это же наш город Урай. Наша это территория. Эта акция проходит уже во второй раз. В 2022-м горожане впервые озеленяли набережную. И ветераны говорят, очень много саженцев были вырваны. Но это активистов не остановило. Они вновь пришли сделать доброе дело. Мы пришли с удовольствием, мы ветераны. Вы видите, мы в галстуках. Мы всегда готовы к любой акции. Тем более, это же мы засаживали его в прошлом году. Много посохло, много вырвали, украли цветов очень много. Но сейчас, может быть, в конце концов мы потрудимся, увидят люди, что мы работаем. Все-таки мы пенсионеры, и будет здесь красота. Каждый участник уверен, набережная, что появилась в городе недавно, достойна внимания горожан. Посадили более 100 саженцев, приняли участие в этой акции. Конечно, приятно принять участие в чем-то большем, да, сделать город красивее и оставить после себя след. Как говорится, настоящий мужчина должен вырастить сына, посадить дерево, построить дом. И уже деревья мы посадили. Поэтому все хорошо, все классно, круто. Это же красота. Мы же стараемся все для наших жителей города, чтобы каждый пришел на набережную. Через много лет здесь будет сад. Я надеюсь, что все деревья приживутся и все будет хорошо. Высажены яблони, сосны, березы, лиственницы. Сейчас решается вопрос, кто будет ухаживать за молодой зеленью. Обсуждали неоднократно. Надеемся, в этом году у нас возьмут шефство как управление жилищно-коммунального комплекса, так и ЕДДС в плане полива, именно организации полива саженцев. Порядка 2000 деревьев разных пород высажены в этом году. Сотни берез, сосен, лиственниц прижились с прошлого года. Набережная Канде обретает новые зеленые зоны. Пока найти в них убежище от солнца еще невозможно. Но в будущем эти рощи станут украшением городской территории.